Буду тебя... Похоже на метку Банук. Этот путь ведет на их землю. Похоже, эта тропа тебе не знакома. Я хочу путешествовать налегке. Ты забралась в такую глушь? Куда ведет тропа? Главное, что на юг, подальше от Банук. За кладом смерти. Храни меня Банукой. Но это кратчайший путь из зарубки. Так будет быстрее, чем идти через всю землю Азирам. Ты мне поверь, отсюда нужно уходить быстрее. Я еще даже не пришла. С чего мне уходить? Нападение странных машин, проклятие на горе. Для меня этого вполне достаточно. Идешь в Меридиан? Да. Меня назначили послом при дворе короля Солнца. Больше никто не хотел. Все не так плохо. Я им пою древние песни Банура, кархи царапают свои смешные глифы. Я говорю о растущей злобе машин, и король Карха снова предлагает помощь, хоть и знает, что Банук ее не примут. В каком смысле странное? И что за проклятие? Такие сильные злобные машины на юге таких не видали. Над горой всегда клубится дым, как над погребальным костром. И пусть их. Я здесь не задержусь. Что это за место, зарубка? Пограничная земля. Граница Банура, граница Нагорья, граница земель других племен. Она пострадала в войну с Карха. Но страдала и прежде. Жизнь там — это испытание. Битва не на живот, а на смерть. Потому ты идешь мимо. Не лучшее место для дома. Свой дом я всегда ношу за спиной. Спасибо, что предупредила. Но мне интересно посмотреть самой. Мои слова пропали в туне. Ну что ж, я понимаю, ведь все вы охотники одинаковые. Удачи! Что ты делаешь, Элой? Этот путь ведет в зарубку. Банук ничего не смогут тебе предложить, кроме никчемных суеверий. Затмение не будет ждать, пока ты резвишься на снегу. Вернись к делу. Удивлена, что ты еще за мной следишь. Думала, больше тебя не услышу. Прости, что меня все еще заботит судьба этого мира. Я тут подумала. Шаманы Банук вплетают кабели в кожу, да? Кого-то напоминает, правда?
Так может, ты не хочешь пускать меня к Банух, чтобы я не узнала о твоем прошлом? Меня заботит не прошлое, а будущее мира или его возможное отсутствие. Тебе бы не тратить время впустую, а заняться делом. Но ты, конечно, поступишь по своему усмотрению. Какой обидчивый. На горе! Ладно, сойдет за приветствие. Ха! Ты тут не замерзнешь, Нора? Ничего, пока лезла, согрелась. Ты добралась до зарубки, странница. Но ты здесь не задержишься. Над корой стелится дым. И над деревней тоже. Что это горит? Сегодня гора чадит особенно сильно. Похоже, что-то важное. К дыму направляется чуть ли не вся деревня. Мы давно уже не видели Аурею, но она вернется. Я должен верить. Тебя ждет редкое зрелище, Нора. Бургрент, поставщик снаряжения. Как правило, мертвецов Банук сжигают. Но не сегодня. Потому что не смогли забрать тела? Печальная история. Все их лучшие воины погибли. Они прощаются с умершими иначе.
Справьтесь с горем, охотники, и убейте его! Наших родичей постигла судьба, о которой мечтают Банук. Они пали, поражая сталь копьем. Их борьба закончилась. У вас на глазах их души поднялись в синее небо и устремились к синему свету. Но наша борьба лишь начинается. Скоро мы вновь пойдем охотиться на демона, который вводит машины в исступление. И потому я спрашиваю, есть ли у вас отвага наших павших родичей? Вы готовы сражаться и умереть, как они? Моя отвага, мое копье! Наша кровь в твоих зубах, Аратак! Мы Банук. Наши враги – добыча. Демон? Исступление машин? Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Глупцы. Хочешь совет? Даром. Элой. Элой. Я провел тут две долгих зимы. И до сих пор эти Банук меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман, Аурея, стала вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем вераком. И половину из них перебили машины. Когда Аурея исчезла, я думал, они придут в чувство. Но нет. Могучий Аратак хочет еще разок повторить все то же самое. А что именно у Банук тебя так поражает? Ну, для них все испытание. Во всем они видят лишь преодоление преград. Ну, вряд ли можно иначе, в таком-то месте. Да, земля, где от холода трескаются зубы, где рыщут дикие звери. Казалось бы, почему не принять помощь по разумной цене? Поверь, я пробовал их убедить. Но Банук перестанет спорить лишь когда подыхать ляжет. Что говорят об Аратаке? Он хороший воин? Он вождь Верака. Ему все внимают, хотя он редко раскрывает рот. Дохлая рыба и то разговорчивей. Но когда он и Аурея привели сюда свой Верак, Банук тут стало больше, чем я за всю жизнь видал. А что еще я увидал? Мой собственный торговый путь. Хороший такой, отсюда до самой жилы. И тут этот тип взял да и увел своих на смерть, прямо в когти машин. Я лишился лучших клиентов. Это Аурея рассказала людям про демона? Именно так. Она сказала своим, что он живет на громовом барабане. И ей поверили. А ты не веришь? Слушай, я не знаю, что Аурея там нашла. Шаманы перед чужаками не отчитываются. Но машины в зарубке становятся все злее, это ясно. Может, всему виной демон. А может, у них всех просто несварение. Кто ж их знает? Но Аурею уже не спросишь. Она ушла, и никто не знает, почему. А что вообще такое эти вераки? Племена внутри племени? Ну, это не как наши кланы. В них берут не по праву рождения. Нужно пройти испытание. Докажешь, что ты в чем-то лучше, и, может, тебя и примут. Иные вераки гибнут быстро. Другие оказываются прочны, как металл. Вся территория Банук – Банур. Это собрание самых больших древних вераков. Даже не знаю, то ли понятнее стало, то ли наоборот. Ну, вот что я знаю точно. В каждом вераке есть вождь и есть шаман. Они принимают решения. Это все хорошо. Только вожди – упертые типы. А шаманы витают в облаках. Ты знаешь о человеке по имени Сайленс? Высокий, мрачный такой, провода в коже. Как у шаманов. Да, я слыхал это имя пару раз. О нем шепчутся, будто это страшило, которого Банук хотят забыть.
Я точно не знаю, как дело было, но вроде то ли он чем-то насолил совету, то ли совет ему. Совет? Все самые важные шаманы время от времени собираются в Бануре, чтобы обсудить эти свои духовные дела. Как они все умещаются в одной палатке с такими-то хитро вымудренными штуковинами на головах? Аурея ходила на это гульбище, но когда я спросил, как она там, она на меня только зыркнула. Хочешь узнать больше, придется найти ее. И понравится ей, наверное. Удачи. Говоришь, ты прожил здесь две зимы? Да. Про эту невидавшую стали кучку палаток мне одни пушники в жиле рассказали. Хорошее место. С потенциалом. Но дела шли паршиво, пока Урея не привела сюда своих. Они все говорили про большой поход. А послышалось доход? Уши подвели. Банук-то не то, чтоб сильно жадный, просто торговать любит со своими. Вот бы нам до них достучаться. Об этом поселении все бы заговорили. Ну или хоть кто-нибудь. А что вообще? Ну, так и Невер, вся... Даже не знаю. Это все... Нам? Мне и моей до... Моей... помощницы, Варге, моей помощнице и дочери. Как деловые партнеры мы лучше уживаемся. Ее мать просила обучить девчонку. Она начала возиться с оружием и... Слушай, когда захочешь передохнуть от всех этих дел, вы с ней обе... Как бы это сказать-то... Женщины? Нет-нет-нет, я не про то. Вы независимая. Она в длинной засечке. Это самый восточный лагерь. Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну тогда ищи Аурею. Она ушла в сторону... Говорят, только шаманы знают тропы в этой стылой гряде. Слухами? Да, них... Но это... Не за... Может, Аратак мне что расскажет про Аурею и громовой барабан? Надо с ним поговорить. Норы живут на своей земле и не лезут к другим. Как и должно быть. Теплота — это редкость. Желаю тебе ее найти. Демон хочет обратить машину против нас. Остается уповать на то, что сильнее.